Харьков, 15 марта. Утро недоброе. Всю ночь были какие-то обстрелы. По концовке вообще начались скидывания бомб, авиаудары. Это капец. Разбили Норину школу. Школы больше нет. Нора проходила туда много лет. 6 класс у нее был. Туда ходил еще мой муж. Мужа родители. Даже бабушка ходила мужа в эту школу. То есть 4 или 5 поколений ходила в одну школу, школы больше нет. Ну вот как-то так выглядит теперь Норина школа. Перекрытия все обвалились. Рассказывать мне, пожалуйста, то, что окна вставят и будет так, как было, не надо. Как бы уже не будет этой школы, все. Все перекрытия обвалены, все. Ничего нету, понимаете? Ну вот, была школа дореволюционная, это была гимназия, которая просто больше не существует. Ей капец. Все перекрытия обломаны, восстановлению это уже не подлежит. Вот такая вот воронка от взрыва получилась. Не знаю, видно вам, не видно. Идем. Идем. Вот дома вообще, дома нету, я не знаю, выжили ли люди. Не надо, пожалуйста, не надо мне писать в комментариях, что окна вставите и все, у вас зашибись. Ничего не зашибись, там перекрытий уже нету. Окна уже никто не вставит, все. И люди могли еще остаться под завалами, допустим, в доме рядом стоявшим. Даже в машинах вот вообще выбиты окна, стекла.